Чтобы расселить из аварийного жилья 4000 человек, Карелии потребовалось 8 лет на очереди. Еще 5000 нуждающихся. Расселить людей из неподходящих для жизни домов нужно до осени следующего года. Так велел президент. Поэтому мы здесь, как говорится, в одной лодке. Деваться нам некуда, мы обязаны выполнить все, что предписано нам Владимиром Путиным. В республике, по оценке Степашина, сложилась тяжелая ситуация с переселением граждан из аварийного жилья. На начало текущего года программа была реализована только на 2%. Такая статистика встревожила главу государства, и ситуацию пришлось оперативно исправлять. А ситуация, так сказать, нормализовалась, хотя повторяю, что сегодня есть и обоснованные жалобы по качеству сдаваемого жилья. Беспрецедентные средства выделены сегодня для Республики Карелия. На переселение, знаете, какие средства задействованы, это миллиарды рублей из федерального бюджета, это миллиарды рублей из республиканского бюджета, и эффективность вложения этих средств должна быть высочайшей. По словам Степашина, многие обязательства регионов плохо подкреплены финансами, а бюджет республики переживает непростые времена. Вам, вы знаете, выделено дополнительно 548 миллионов рублей дополнительно. Плюс при условии софинансирования из регионального бюджета в следующем году принято решение на комиссию Казака, да, дополнительно дать республике в следующем году порядка 800 миллионов рублей. Как сказал наш премьер-министр, денег нет, вот, но деньги мы нашли. Степашин сообщил, что ответственность теперь общая, а потому нерасселенных аварийных домов через год быть не должно. Однако скорость постройки не должна идти в ущерб качеству. Вот мы сейчас публично с Александром Петровичем договорились. Мы берем обязательства вместе. Фонд, ваш покорный слуга Александр Петрович, что 1 сентября следующего года в Карелии программа переселения из аварийного жилья на январь 2012 года будет выполнена. Так? Вот на этом я закончил свое выступление. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».